Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим о новостях прошедшей недели в мире плагинов и музыкального оборудования. И давайте начнем с одежды, как бы это странно ни звучало, но у компании Roland, если вы не знали, есть своя линейка одежды, рассчитанная на музыкантов и продюсеров, и, собственно, они анонсировали новый вид маек с замечательными принтами и изображениями замечательной драм-машины 808. Уверен, вы о ней слышали и пользовались сэмплами, как минимум, с этой драм-машины. Например, бочка 808, она не просто так называется. Это именно та самая драм-машина из 80-х, сделанная компанией Roland. У меня есть копия этой драм-машины от компании Behringer. Я очень доволен, шикарное звучание. Она подходит как для старой R&B, так и для современной трэп-музыки, хип-хоп-музыки и так далее. В общем, это культовая барабанная установка, вы однозначно знаете, что это такое. Но если вы не знаете, что подарить, например, вашему другу-музыканту или коллеге, вот отличный подарок, такая футболка. Можете пройти по ссылке в описании к этому ролику и заказать себе майку. Я однозначно себе одну закажу. Еще одной интересной новостью стала новый вид гитары, сделанный из кофе. На самом деле подобных экспериментов было довольно много. Даже мои знакомые из Cropper Guitars в России делали что-то подобное из Ролтона, по-моему, если я не ошибаюсь, из лапши Ролтон делали гитару. Но вот совсем недавно сделали также гитару из кофе. И это очень интересно, очень классный экспириенс. Я также в ссылке, в описании к этому ролику оставлю ссылку на видео, где вы можете посмотреть полноценный процесс создания этой гитары. И что в итоге получилось, но вот, в общем, люди вот так вот развлекаются и делают инструменты из самых что ни на есть подручных средств. Ну и по традиции я поделюсь с вами новым бесплатным софтом, который появился на этой неделе. И начнем мы с опять драм-машин 808, 606 и 909 от компании Roland. Но теперь она сделана в виде маленьких сэмплерных библиотек с графической оболочкой, который для нас любезно предоставил блок, точнее такой портал для музыкальных продюсеров, который называется Bedroom Producers Blog. То есть это, собственно, непосредственно блок саунд-продюсеров, которые работают у себя в спальне. Если вы не знаете, этот портал очень классный, очень интересный, на него переходить, там очень много энтузиастов, кто сидит, обсуждает разные темы, и в том числе делают вот такие инструменты совместными усилиями. То есть все сэмплы и звуки, сделанные в этом, для этого инструмента, сделаны абсолютно на инициативных началах пользователями этого портала. То есть там задействованы реальные живые звуки этой драм-машины, и создана такая очень простая, легкая оболочка в виде... Она состоит из двух ручек, то есть вы можете управлять громкостью и длиной релиза сэмпла. И, естественно, вы можете вывести это все на разные каналы. То есть эти инструменты работают еще в мультитембральном режиме, в мультиканальном режиме, что позволяет независимо обрабатывать каждый элемент этой драм-машины. То есть, опять же, это гораздо удобнее, чем использовать просто сэмплерные библиотеки с вавками, где нужно еще использовать какой-то сэмплер, все это загружать. Тут, в принципе, уже есть готовый инструмент, вы можете его загрузить и попробовать создать биты на культовых классических драм-машинах и просто даже на них поджемить, потому что там даже предлагается клавиатура встроенная, виртуальная. То есть вы можете просто мышкой поиграть, не используя живую MIDI-клавиатуру. Так что обязательно переходите по ссылке в описании и попробуйте. Bedroom Producers Blog не только драм-машинами нас порадовали на этой неделе, но еще и плагином обработки, который называется просто Saturator. Тоже очень классный плагин, в котором объединены типичные для сатурации алгоритмы, такие как пленочная сатурация и ламповая сатурация, и всякие дополнительные возможности для подкрутки звука. В общем, также переходите по ссылке в описании, абсолютно бесплатный плагин, скачивайте, устанавливайте и пробуйте. Я уже рассказывал про Arturio, что у них вышло большое обновление винтажной коллекции классических инструментов. Как вы помните, они наконец-то туда добавили копию Juno 6. И этот синтезатор 80-е славился в первую очередь своим неподражаемым хорусом. То есть этот хорус-эффект, который позволял создать вот эти обширные пэды, лиды, плаки. Ну, то есть вообще, вот он именно и делал тот самый характерный для синтвейв звук. И Arturio решила выпустить этот плагин, то есть этот эффект, как отдельный, собственно, плагин. И также раздает его бесплатно, ограниченное время, так что успейте перейти по ссылке в описании и себе его скачать.
Для этого просто нужно зарегистрироваться на сайте Артурии, и у вас в личном кабинете к вашему аккаунту привяжется этот плагин. Так что также переходите, это культовый Horus, и очень круто его иметь у себя в арсенале в виде плагина. У нас в чате Logic Pro Help, кстати, ссылка на него тоже будет в описании, переходите, если вы еще не там. Часто задают вопрос, есть ли какой-то аналог для SM-экзоскопа. Кто не знает, это такой осциллоскоп, который позволяет отслеживать форму сигнала в реальном времени, то есть что происходит непосредственно после обработки, например, там, компрессии, громкости, изменений каким-либо эффектом. И с SM-экзоскопом, в принципе, никаких проблем нет, но очень у многих он как-то то не так встает, то как-то не так работает. И у многих был, собственно, и вопрос, есть чем его заменить. И вот на этой неделе появился новый плагин, который называется Wave Observer. И он, собственно, позволяет также в реальном времени следить за формой волны. И довольно интересный интерфейс, гораздо более современный, нежели чем у SM-экзоскопа. Вот, также абсолютно бесплатный, переходите по ссылке в описании, попробуйте. Вполне себе отличная альтернатива для SM-экзоскопа. И последняя новость на сегодня. Акустика аудио также порадовала всех нас рождественским подарком в виде нового channel стрипа под названием Serize. Это плагин, который эмулирует британские консоли. И там сразу есть все секции, то есть есть секция преампа, есть секция эквалайзера и компрессора, то есть такой плагин 3 в одном, с характерным, конечно же, окрасом от, как у всех плагинов, акустика аудио. И я сам ими часто пользуюсь, правда, должен сразу вас предостеречь, что эти плагины очень прожорливые, потому что они работают по методу сэмплирования, то есть как бы ваш звук проходит как сэмплирование и пропускается через виртуальный вот этот вот виртуальный прибор или консоль или компрессор и обратно транслируется уже с такой неким окрасом, то есть они, разработчики из акустика аудио, говорят, что таким образом звук становится живее, чем просто алгоритмическая обработка, как это у других плагинов. Но, тем не менее, это требует ресурсов, очень прожорливых. То есть, если вы, например, у вас большой проект, то поставить много плагинов от акустики аудио сложно даже на очень производительных компьютерах и процессорах. Но так или иначе, использовать где-то в единичных случаях эти плагины очень круто. И если вы ни разу не сталкивались с акустикой аудио, отличный повод с ними познакомиться, потому что действительно они звучат очень круто. И вы также можете найти в интернете, на ютубе очень много видеообзоров их плагинов. И там даже просто люди ставят себе их, скажем так, в инсерты эти плагины, ничего не крутят. И просто включают-выключают, и звук всего микса он просто кардинально меняется. То есть появляется эта окрас, теплота звучания. В общем, тоже рекомендую изучить. И отличный повод, рождественский подарок, чтобы, собственно, познакомиться поближе уже на практике с этими плагинами. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Не забывайте, что в описании есть все ссылки на все, о чем я сегодня говорил. Ну а я вас хочу поздравить с наступающим Новым годом. Несмотря на то, что этот год был довольно сложный для всех нас, тех, кто связан с творчеством, с музыкой, я уверен, что в следующем году все будет лучше, все будет налаживаться. Поэтому в первую очередь желаю всем творческих успехов, вдохновения, потому что это самое главное. И, конечно же, развиваться, учиться, познавать новое, открывать новое. Очень надеюсь вам в этом помочь, поэтому подписывайтесь на наш канал Logic Pro Help, не забудьте поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик при подписке, чтобы не пропустить наши новые видео, которые будут выходить каждую неделю и по нескольку раз, в том числе и по Logic, по плагинам, новости, мой личный блог, то есть на этом канале все. Вступайте, как я уже говорил, в наш закрытый клуб, если вы еще этого не сделали. Мы там также общаемся в Telegram-чате, обмениваемся опытом, какими-то советами, идеями, новостями. Так что оставайтесь на связи, в следующем году будет очень много тоже нового интересного в нашем проекте Logic Pro Help. Будем с вами на связи, я делаю новые курсы для вас, записываю новые ролики на YouTube. Так что пишите обязательно вашу обратную связь, находите меня везде, в том же Telegram-чате, либо в соцсетях, меня довольно легко найти. И пишите свои пожелания, предложения, мне вообще очень приятно знать ваш фидбэк. И я очень надеюсь, что в следующем году у нас у всех будет много классной музыки, много творчества, много развития. Наконец-то откроются все площадки, мы сможем выступать. Но пока есть повод посидеть дома, рождественские праздники, попробуйте также поэкспериментировать, поиграть
на своих любимых инструментах или позаписывать какие-то треки. В общем, всем желаю отличных праздников, отличного Нового года. С вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующем году. Всем пока!